Липинская. Что? Липинская, Любовь Андреевна. Красивая женщина. Прическу новую сделала. Да, такой помощнице можно только мечтать. И красивая, и умная. Я рада, что ты меня ценишь. Гражданин, ваши документы. О, это, так это мой племянник, это двенраненый, это контуженный. Так он болел на голову, это самое. И опять же, ранение вот в ногу. Справка о ранении есть? Справка? Так справка есть, только дома. Не годен. Он не годен к военной службе, товарищ. Значит так, товарищи, вам надо пройти с нами в комендатуру. Да, товарищ начальник, отдайте документы. Разговоры. Давай, давай, вперед, я сказал. Куда вы меня тянете, товарищ? Нам до дома надо. Проходим. Понял. Проходим, гражданин.